И к другим темам. У вас есть огромная сила, сила молитвы. Используйте ее, и Господь никогда вас не оставит. Такими словами напутствовал глава Воронежской митрополии детей священнослужителей епархии. После совместной молитвы за божественной литургией, которую митрополит Воронежский Лискинский Сергий совершил в Благовещенском кафедральном соборе, ребята были приглашены на духовную беседу с архипастырем. Разнообразных вопросов у ребят было много. Отвечая на них, глава Воронежской митрополии рассказывал собравшимся о положении церкви в современном мире, о различных аспектах личной, духовной и общественной жизни христианина. Владыка Сергий пояснил, что такое в православном понимании истинная христианская любовь, как должны строиться отношения между мальчиками и девочками, как следует вести себя по отношению к ближним в своей семье. На все вопросы молодые люди получили от архипастыря серьезные, полные, глубокой отеческой мудрости, душеполезные ответы. Если только ваш псевдо-духовный руководитель, дьявол, почувствует, что вы начинаете практику непричащения, он вам будет столько там видов всяких представлять из случаев, что не нужно. Что не нужно, и будет вас отводить. Уйдете от Бога и избави вас от Господь, если это закончится еще катастрофой. Побуждайте, пожалуйста, себя. Выработайте в себе от этих побуждений, что вам необходимо это как жизнь, как воздух, как вода, необходимо причастие. Необходимо. Это ваша жизнь. Без этого невозможно. Все участники встречи получили от владыки Сергия книгу о православной вере и сладкий подарок. Без сомнения, этот радостный день надолго запомнится им доброй, непринужденной и открытой атмосферой живого общения юных сердец со своим архипастырем.